Если вы видите этот ролик, то есть два варианта. Первый, вы набрали, опять же, 5555 лайков под предыдущим роликом, как быстро я это сказал. А второй, вы не набрали это количество лайков, но мы просто выпускаем этот ролик, потому что, ну, это эксклюзив, которым нужно с вами поделиться. Потому что сегодня, в этом выпуске, мы с вами попадем на стенд Lamzu, а также на соседнем стенде увидим клавиатуры от Ardor. В общем, невероятно насыщенный и интересный выпуск. Посмотрим на новиночку Lamzu Torn. Очень круто, очень хайпово. Давай глядеть. Ну а сейчас, ребята, готовьтесь, потому что это жаркий эксклюзивный контент, ведь я на стенде Lamzu. И помимо атлантисов в абсолютно разных эксклюзивных цветах, в том числе черные, но это атлантис все-таки, здесь есть новинка, которая еще нигде не релизнута, которой еще нигде нет, но о ней я прямо сейчас вам расскажу, прямо сейчас покажу и расскажу про всю начиночку. Поэтому, ребят, с вас лайк и подписка на канал, ну а мы смотрим на новинку от Lamzu. Называться эта красота будет Lamzu Lamzu Torn. А выглядит эта красота, ребята, следующим образом. Что по начинке? Сенсор от Pixart 3395. Микрики здесь в данный момент стоят Huana Blue Shell Pink Dot. Но ребята все еще думают о том, какие микрики ставить. Механические, либо оптические. Сборка, опять же, на высшем уровне. Энкодер здесь TTC Silver, опять же, эксклюзивный. И самое интересное, ребята, это вес. В прямом эфире, можно сказать, измеряем эту красоту. 52,5 грамма без сот. А цена, вы, конечно, не поверите, но, как мне сказал босс Lamzu, цена будет меньше 100 баксов. Меньше 100 баксов, опять же, это будет розничная цена на Алиэкспрессе. Ну и касаемо формы. Те, кто не хотели покупать Lamzu, потому что им нужна более эргономичная форма, как Razer Desader, как Zowie EC1 2B, ребята, вот вам эта красота, эргономичная под правую руку. Боковые клавиши классно подогнаны, основные клавиши классно подогнаны, ну и ценник более чем адекватный. Главное, чтобы наличка продавалась реально за 100 баксов. Ну и глядишь, в Россию эту красоту тоже завезут. Короче, ребят, крайне эксклюзивный контент, выглядит мышка очень круто. Ну и напишите в комментариях, какие бы микрики хотели видеть вы. Механические или оптические. Будет очень интересно почитать ваше мнение. Ну а напротив Lamzu есть стенд Zodi. Как я понимаю, в целом это два бренда от одного босса. Но что интересно, клавиатуры, которые есть у Zodi-ка, вы по-любому видели. Например, вот эта красота. Это один в один Ardor Guardian. А вот это, ребята, у нас что? Правильно, Ardor Patron. И чтобы вы понимали, даже шрифт на кейкапах одинаковый. Поэтому что мы сегодня видели? Мы с вами сегодня видели прототип Z, мы с вами сегодня видели прототип Ardor. Ну, не сегодня, а до этого. Также я здесь видел прототипы разных игровых кресел. Ну и другие OEM российские бренды. Собственно, вот так вот выглядят, ребята, OEM-очные клавиатуры. Все плюс-минус одинаковые. Единственное, кириллицы не хватает. Но ситуация на самом деле комичная. Пришел за Lamzu, увидел Ardor. Ну и еще, ребятушки, немного вам эксклюзива в ленту. Эти малышки уже едут в DNS, как мне сказали, но при этом всем обзор, я думаю, что выйдет раньше. Во-первых, у нас Lamzu Atlantis в эксклюзивном цвете Tiffany, а во-вторых, с Soft Touch покрытием. Насчет долговечности ничего сказать не могу, но в руках лежит вот это вот покрытие, очень и очень приятно. И есть еще одно покрытие, это уже не Soft Touch, оно немножечко глянцевое, но при этом всем оно намного более цепкое. К этой мышке никакие грипсы абсолютно не нужны, по сути та же Atlantis в новом цвете, но за счет покрытия ощущения от мышки совершенно другие. Розничная цена, скорее всего, будет чуть-чуть дороже, но уже увидим с вами эти мышки в России, потому что, как мне сказал босс Lamzu, они уже отправлены в DNS. Собственно, новые расцветки и новое покрытие. Вот такой вот вам эксклюзивный контентик.